Волонтерство является одним из направлений движения «Первых». При поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, информационно-ресурсного центра добровольчества «Добрый Татарстан» в нашем городе открывается «Доброцентр». Это социальная франшиза Ассоциации добровольческих центров федерального масштаба. Волонтеры Доброцентра, в целом, они будут заниматься той же деятельностью, которой занимались всегда, то есть оказание помощи нуждающимся, проведение мероприятий, благотворительных и так далее. Но теперь также мы можем обучать волонтеров в соответствии с методиками, которые разработала Ассоциация волонтерских центров. Мы можем проводить волонтерские корпуса в рамках каких-то всероссийских мероприятий или акций. И в целом пользоваться методиками, которые предоставляет нам наша страна. В честь открытия волонтерского объединения в молодежном центре проходит торжественное мероприятие. На сцене выступают чистопольские артисты. Зритель с интересом смотрит праздничную программу. На мероприятии присутствует и герой России Расим Баксиков. Все ребята стоя приветствуют его. Выйдя на сцену, он поздравил всех с этим важным событием, поделился личным опытом и сказал напутственные слова ребятам. Также любой желающий мог задать интересующий его вопрос, а старший лейтенант с удовольствием на них отвечал. Поздравить ребят пришла заместитель руководителя исполнительного комитета по социальным вопросам Галина Задворнова. Она пожелала ребятам успеха в дальнейших начинаниях. Добро действительно объединяет людей. Добро везде с нами. И я думаю, что, ребята, каждый из вас найдет в этом центре то единственное направление, которое для вас очень важно. То ли вы помогаете животным, то ли вы помогаете сохранить нашу любимую природу, то ли вы помогаете нашим пенсионерам. И я думаю, что каждый из вас в сердце очень добрый человек. Вы здесь можете решать любые вопросы. В Чистополе активно развивается волонтерство, поэтому Доброцентр найдет много единомышленников. Стоит отметить, что в него может обратиться любой желающий, как в роли волонтера, так и в роли нуждающегося. Это значит, что здесь можно как предоставить помощь, так и обратиться за ней.